Практика идет полным ходом. Че, я знал, что они есть в нашем городе, но я так особо на них не был. Здесь, где мы купаемся, есть один минус. Практика идет полным ходом. Короче, тут красим окна. И знаете что, наверное? Я, короче, второй раз в своей жизни красил окна и, блин, все не покрашено. Короче, звоните, номер телефона мой будет, ссылочка в описании. Качественные работы. Я просто профи, второй раз в своей жизни крашу окна и прям все идеально. Водка легкая, но все равно, блин, особенно мы с 9 утра, короче, здесь находимся, сейчас уже около 2. И мы все это время, блин, особенно я нахожусь с краской, я не выходил на перерыв, я все время красил. И, блин, я сейчас реально уже, типа, устал от этого всего. Я очень сильно заморал руки, но я их уже цветоном больше, так, более-менее смыл. Ну, блин, еще нужно закрасить еще 2 батареи. И все, и наконец-то и заканчивается эти мухи. Мы гуляли с Ильей, и он мне, короче, предложил, я ему предложил сходить, чтобы он мне показал доты. Короче, я знал, что они есть в нашем городе, но я так особо на них не был. И, блин, он меня, короче, отвел, показал, где открытый дот, и это реально прикольная фигня. Короче, тут получается он как бетонный, и он идет в глубину. Насколько я понял, насколько мне рассказывала Википедия и тот же Иля, тут получается, это был как укрепрайон, тут защищались от нападения... немцев, короче, это был как укрепрайон, мы здесь отстреливались, тут есть два выхода, здесь есть два выхода для пулеметов, сейчас я хочу влезть еще внутрь и там поснимать немножко дела. Погнали туда. Короче, там два выхода для таких пулеметов. Ну блин, тут вообще, по идее, должно быть сюда еще в глубину уходить, но тут типа да, завалено плитами и грязью. Наверное, что засыпано, взорвано. Тут было. Блин, а что это за фигня? Тут пещеры такие. Блин, а что это такое? Я такой первый раз вижу. Блин, странное. Жутко тут, конечно. Но блин, это типа памятка истории. Прикольно, такие заброшки. 24 часа тут туда-сюда. Ну, стрёмненько, конечно. Тут такой запах неприятный, блин. Такой как сырости, какой-то гнили. Раньше тут, на самом деле. Как ваши ощущения? Тиндер, розовый бант для меня твой символ. Такой ангел с нимбом. Пуля вылетела фламинго в офлайн. Мигом. Прыгай и ничего не бойся. Фантастика, дикая, иди ко мне. У тебя на языке Роллс-Ройсе. Я как астероид упаду на тебя с Марса. Я сливаюсь бара и срываю тебя с танца. Губы возле пальцев, у пол клуба палит. И мы незаметно в темноту отсюда свалим. Я не маскарад.
все выкупались, сейчас уже идем домой. Короче, здесь, где мы купаемся, есть один минус. Там классный берег, есть трамплинчик, и все классно. Но есть один минус. Каждый раз, короче, чтобы идти на этот берег, нам нужно переходить в речку. По колено, конечно, но тут... Ах, ракушки, камни.